28 березня ми відзначали 73-ю річницю визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Зазвичай цього дня відбуваються урочисті заходи, покладання квітів, і вже два роки поспіль в обласному палаці культури волонтери організують благодійний концерт «Незламні герої». Організатори проводять паралелі між Другою світовою, коли українці захищали свою державу, та війною сучасною, яка триває на території нашої країни. Ведь была Отечественная война, где воевали, там, допустим, мои отцы воевали, молодежи, деды воевали. И чтобы не забывали, мы решили 28 марта, ко дню освобождения города Николаева, сделать такой проект «Незламные герои», посвященный погибшим дедам, живым, которые до сих пор, может, живут еще, и настоящим молодым ребятам, которые также защищают свое отечество. Это мероприятие для них огромная поддержка, моральная поддержка, которую они поддерживают. Ведь в Рахате собирается много атошников. На это мероприятие сегодня приехали из других городов победители атошной песни. Приехали ребята от Клины с доброй душой, от чистого сердца. Концерт «Незламні герої» благодійний. Триває війна. Забезпечення армії суттєво покращилось, але роль волонтерів залишається суттєвою. Денис Жевнер, співзасновник благодійного фонду «Союзники морської піхоти», сподівається, що цього року зможуть зібрати не менше, ніж у минулому. Подобное мероприятие проводится в первую очередь для того, чтобы люди помнили свою историю, знали, кто их освободил, знали о десанте Константина Ольшанского и знали о том, что сейчас у нас на востоке страны есть морпехи, десантники, пехотинцы, которые защищают нас, и благодаря им Николаев не нужно еще освобождать повторно. А потреби в армии хоч и меньше, але є. Сейчас есть несколько направлений, в которых принимают участие волонтеры. Основные из них, я бы сказал, что армия сейчас трансформировалась, и по большей части формы, берцы, такие мелочи житейские, их Министерство обороны уже обеспечивает нормально. Основной упор сейчас идет на обучение, тренировки, создание полигонов, учебных центров. Ну и, естественно, расходники. Волонтерская роль, где нужно, там и помогаем. Например, по поводу расходников, например, есть, когда-то покупали или Министерство обороны поставляло, или волонтеры покупали бензопилы. Это мы их берем, например. Что с ними происходит? За два года они ломаются, их надо чинить. То же самое с генераторами, то же самое с самыми разными вещами, начиная от бревен для блиндажей и не заканчивая крепежом для техники, когда составы уезжают на восток. Цього разу і для організаторів, і для глядачів був сюрприз. Участь в концерті взяв відомий актор Вілорій Пащенко. Родом з Миколаєва, він часто тут буває. Одна з найвідоміших його ролей – лейтенант Воробйов у фільмі «В бої йдуть одні старики». Я просто попросився, щоб мене взяли в концерт, тому що я патріот своєї землі, я безумно люблю свою родину, Миколаївщину, і вважаю це одним із найсвітліших праздників, який от сьогодні якраз і відбувається. Всю жизнь прожил в этой области, в этом городе, учился, влюблялся здесь, страдал, переживал. Вот. И где бы я ни был, я знаю одно, лучшей земли, лучшего города на земле нет и не может быть, потому что я своими корнями здесь, мои родители здесь остались навсегда, мои родные люди здесь живут, проживают. Друзей много, я приезжаю сюда с огромным удовольствием. И потому думаю, что вот это мероприятие, которое сегодня происходит, военные люди, ребята, которые стоят сегодня на самом рубеже, как раз защищая нашу страну, и сегодня встречается с молодежью. Пусть молодые люди увидят, услышат, и пусть они поймут, что счастье их здесь, на их земле, не где-то далеко, не где-то близко, а именно здесь, где они живут. Вот они пройдут годы, они поймут, что я сказал.
и неведомо, кто вернется живым. Рвемся в небо, в небеды, что друзей сохранит. Вийшов на сцену і гурт 4-5+. Військові і без пояснень зрозуміють, що означає ця назва. Якщо по рації звучить 4-5+, то все гаразд. Фронтмен гурту Володимир Семишкін – учасник бойових дій на сході країни, захисник ДАПу. Музикою він займався ще до війни. Тематика творчості вся така воєнно-патріотична. От сьогодні виконуємо пісню «Останній воїн», пісню там про поствоєнний синдром. Вот песня, наш хит «Аэропорт». И постараемся сделать премьеру новой песни. Пісня, про яку говорить Володимир, була написана буквально днями. Хлопці ледь встигли її вивчити для виступу. Надзвичайно емоційна і близька кожному, хто був в залі. Присвячена тим, кого стали називати героями посмертно. Вона закривала концерти, глядачі довго аплодували стоячи. Володимир Семишкін все, про що співає, пережив особисто. Чи важко йому писати про війну? Когда как? Оно вроде не тяжело, но вот бывает, нахлынут эмоции, что вот реально у самого катятся слезы. Вот у меня вот как недавно погиб товарищ, там вот некоторые песни вот так аж. Особенно вот, которого он там любил, вот там часто просил, чтобы я играть, я вот вспоминаю их, и у меня вот так вот у самого слезы катятся. Бас-гітарист гурту 4-5+, Олександр Воронін, у війні участі не брав, проте для військових грає часто. Говорить, що публіка ця складна, але надзвичайно потужна в плані енергетики. Лично у мене це було тяжело, коли ми грали в Полтаві. Це був зал, я не знаю, який там ДК був, неважно. Вот, коли під аеропорт, просто ползала, встала здорових мужиків, военные ребята, которые там кучу всего пережили, всю песню простояли, всю песню проплакали. Мне, конечно, было тяжело, очень тяжело чисто эмоционально, так как мы-то к песне уже привыкли. Вот мы-то ее там каждую репетицию, каждый концерт играем, а ребята там, кто ее слышал первый, второй раз,
тяжелая вещь, и воспринимается она тяжело. Вот как-то так. Очень отличающиеся от себя эмоции, когда играешь просто перед залом людей, которые пришли, неважно, там, на группу, на звезду, либо просто там находишься в зале на концерте. Это одна энергетика, всем нравится, все там на позитиве, всем хорошо, а когда здесь играешь, ну, я имею в виду о концертах фестиваля там, «Песни народа Женевато», в которой мы участвуем, здесь энергетика, сказать, что она тяжелая, это, наверное, ничего не сказать, но она безумно сильная. Когда на тебя смотрят те люди, которые все это пережили, не многие даже, там, ни по одному, ни по два раза, вот, и они каждое слово из песен воспринимают как свое, это им родное, им это там, их переживания, их эмоции, то, конечно, это, наверное, просто ощутить надо, когда находишься в таком зале. Даже неважно, играешь ли ты, либо ты просто находишься в этом зале. Это энергетика, которая заполняет полностью все помещение. И, ну, это, опять же, это мои ощущения. Вот я это вижу, чувствую именно так. Незламні герої концерт потрібний, тому що такі зустрічі, спілкування дійсно важливі для всіх, хто завітав 28 березня до обласного палацу культури. Серед глядачів багато військових, волонтерів, тих, завдяки кому ми маємо можливість взагалі відвідувати концерти. Актор Вілорій Пащенко після свого виступу дав наказ. Смотрите на жизнь і знайте, лучше землі нашої нигде нет. Нет лучше города, нигде нет лучше землі Николаївської. Смотрите на ребят, которые сидят вот в военной форме. Ребята, я обращаюсь к вам. Может быть, я и меньше по званию, я только лейтенант в картине, кто-то старше по званию, но я даю вам приказ, наказ, приказ. Всем вернуться живыми и через год здесь встретиться. И доложить все живы, все здоровы.